Привет, друзья! На основном канале у меня вышел обзор на монету Pectoral. Вот из таких вот четырех частей она состоит. Я рекомендую зайти посмотреть. А сейчас такой небольшой шуточный обзор. Все, что не попало в ту часть. Так что смотрите, будет весело. Почему ты мои не хочешь посмотреть? Давай, сейчас заберу у тебя. Что у тебя есть? Ух ты, это, я знаю, это пазл украинский, который нужно деткам для собирания. Но они сделали элитную версию в серебре. Ну, это для деток-депутатов и так далее. Вот это я тебе хотел показать. Посмотри, какая красота. Я перчатки брал. Я даже разрешаю потрогать ее без перчаток. Я так даже не можно аккуратненько лизнуть, вот если не... Пекторали приехали, мне лежит. Так, пекторали, да. Подожди, стой, не снимай. Вот у нас такой коробочки. О, отлично. Друзья, посмотрите, какую вещь я сейчас вам покажу. Это просто невероятно. Квадратная монета Украины. Ладно, у нас были какие-то... шестигранные монеты. Но такого еще, это первая монета в таком формате. Конечно, и что мы видим? Это пектораль, это то, чего нет нигде в мире. То, что в единственном экземпляре, просто потрясающая вещь. Это гордость нашей страны. Я, честно сказать, вживую, к сожалению, не видел. Говорят, уже не нашей. Не нашей, ну... Сказали, что сейчас она находится за границей. И судимся, что это наша вещь, потому что... Ну, в общем, мне очень много написали в комментариях. Да, что... Ну, друзья, я знаю эту ситуацию с голландским судом, с тем, что они выехали на показ. Я считаю, что это однозначно украинская находка. Ну, вообще-то находка человечества. Давайте глобально мыслить. В принципе, какие-то локальные вещи. Конечно. Все у нас, я думаю, разрешится. Вопрос только времени. Но сейчас я чувствую там, гордость, что такая вещь у нас на наших монетах. В принципе, интересно, есть ли на других монетах, в других странах пектораль. Вот, хорошо, сколько стоит эта красота? Вот у тебя можно прийти и забрать в магазине. Вот наличкой достать, сказать, так, сколько у меня с собой денег, давай посмотрим. Эта монета, мне пообещали сделать ее за 5100 гривен. В Киеве мне человек предложил купить ее за 5500. 5500. А я сказал ему, что мне в Харькове 5100. Человек говорит, это очень дешево, 5500 это я тебе отдаю вообще практически по ее закупке. Я не согласился, приехал в Харьков, а здесь мне ее продали за 6100. Ох ты, я удивился, сказал, что на каком основании, мы договаривались дешевле, но показали реально чек из банка, пересчитали серебро, золото, и они отпустили в банке в районе 5400 с копейками. Угу, дороже. Поэтому сейчас в интернете она стоит 7000. 7000, потрясающе. Это... Ну, а представь, можно сделать какое-то украшение. Так самое интересное, ты представляешь, люди же торговались, когда ее онлайн заказывали, они торговались за 4 с чем-то. Мы видим, сама монета, она состоит из четырех вот таких вот квадратиков. Она серебряная полностью и изображение, соответственно, изображение, как это сказать, персонажей, которые у нас, соответственно, на пекторале. С другой стороны, просто невероятное золотое тиснение, золотом покрытым, сама пектораль. Вот она, получается, объединена четырьмя вот такими монетками. Наверняка можно было бы их поменять местами и поиграться. Мы видим указано золотая пектораль, название на каждой монете. Вот, кроме вот этой главной. Тут у нас год указан год чеканки золотой пекторали. Замечательная вещь, просто очень приятно держать в руках. Саш, как тебе, когда ты получил данную монету? Это двоякие чувства, на самом деле. Я себе не представлял ее такой огромной. Вот. И, ну, кайфовая, ничего не скажешь. Реально, держишь богатство. Вот такая, друзья, монетка, довольно прикольно, очень было приятно ее подержать в руках. Так что поделитесь в комментариях, кто хотел бы такую монету. И всем пока, друзья!